Привет, ребята! И сегодня я буду играть в Sims. Да, семейку. Как это семейка? Ну, короче, Саша Спилберг. Вот, она живет вроде бы тут. Азасис Спринг. Вот я поставила на красный холодильник, вот тут живет Саша. Вот одна, один минус, то что 74 долгая загрузка, ну, по крайней мере, в моем. И все время загружается что-то, чтобы куда-то попасть. Не то, что Sims 3. Вот. Поэтому я, наверное, буду ставить на паузы и так далее. Также у меня много друзей. Меня тот чувак приглашал на свой день рождения. И я выбрала себе форму. Я вам обязательно ее покажу. Ну, Саша, пока мы в своей обычной одежде, давайте я вам покажу костюм. Вот костюм. У него просто идеальный костюм, смотрите. Стоп, это не тот. Да ну ладно. Пойдемте вернемся домой. Почему мы оказались опять же в мусорке, я вообще без понятия. Ну? Ты где? Ребята, мы в доме. Давайте, наверное, для начала покажу вам немножко, как я изменила домик. Ну, в принципе, ничего такого, как кофейня. Вот. Стульчик. Вот, давайте лучше нарисуем. У меня 180 миллионов. Давайте лучше нарисуем картину, чтобы ее продать и хотя бы плюс 107 миллионов получить, да? Вот. Все остальное как осталось, так и осталось. Вот, я, кстати, мольберт еще поставлю. Я буду навык рисования поднимать. Где навыки? Вот навыки. Супер! Рисование один. Пока ты рисуешь, я, наверное, быстро время. Вот так. Замечательная картина. Давайте ей дадим название. Дать название. Замечательно. Давайте назовем ее кошмар. Ночью. Отлично! Замечательно. Теперь надо, осталось ее только продать коллекцию. Я клавиатурой, в общем-то, почти не пользуюсь в игре. И у нас теперь 143... Да, 143 миллиона. Мне кажется, это замечательно.
Для нас это более-менее. Сейчас мы поспим и пойдем ловить рыбу. Как ни странно. Я хочу ловить рыбу, если я, конечно, могу это. Нет, я не могу это. Ладно, пойдемте поищем какие-нибудь камушки. Берем багаж. У нас в багаже ничего нету. Если мы найдем какие-то камушки, вот, и их продадим. О, что это? Нельзя ничего сделать. Какие-то камни большие. Бабочки летают, все такое. О, тут что-то есть. Вот тут, мне кажется, и можно будет ловить рыбку. Почему я не могу ловить рыбу? Странно. Ладно, тут есть какие-то камни. Их тоже можно выкопать, наверное. Нет, что тут вообще можно, 74? Что ты мне позволяешь? Будем смотреть. И, кстати, мы можем приготовить, только вот смотрите, два блюда. И она кушает, кушает. Смотрите, давайте штуки ненужные продадим. И они нам пополнят зарплату. Продать. Замечательно. Что еще? Ну вот, все в принципе. Да. Режим строительства. Слушайте, а тут человек какой-то. Рыбка. Там рыбка блещет. Нет, там нет человека. Почему я не могу ловить рыбу? Единственное, я не понимаю. Странно. Ну ладно, пойдем. Что ты хочешь? Купить игрушку? Ладно, сейчас мы тебе купим. Давай тебе купим, знаешь что? Единорожку нельзя. О, мы можем такого вот динозаврика купить. О, какой замечательный. А что у тебя раньше было? Чудик. Замечательно. Такая вот какашечка будет у нас стоять. Оранжевая. Возле светильника такого милого. Все, могу перейти, игрушка. Что ты дальше хочешь? Так. Пребывать в воздушном. Возбужденном состоянии. Возбужденном состоянии. Завести новое знакомство. Сашок, ну давай заведем новое знакомство. Ты кто это? Девушка, постой. Оп.
Не-не-не. Надо познакомиться. Смешно представиться. Саша, иди знакомься с этой толстой девушкой. Шунигуа. А, Сул-Сул. Сул-Сул. Дон, привет, я у тебя была на день рождения. Косу шиной, пивата ну. Поднять настроение, давай. Брухана де лопа, де випру бар. Иди сюда. Трангела, гриной барсп. А? Стип чарсо де ноу. Флеза. Флагиси. Иди к Дону. Ужасно. Ну и катитесь отсюда. Пойдем на работу. Заработаем себе денежку. Ну и на этом прекрасном моменте я заканчиваю свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!